Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем здесь наш реворд и бежим прямиком сюда. Ух ты, откатики. Так, два платиновых осколка. Да елки-палки, две карточки Рафаэля. Не нужен мне Рафик, я еще раз вам повторяю, не нужен он мне уже. Вот в данный момент и в последующие он мне вообще не нужен, потому что он у меня полностью собратый. Так, здесь мы забираем все это, естественно. Так, откройте колоду, с удовольствием мы это сделаем, заодно и посмотрим, может быть, нам сегодня повезет. Да, и там, по-моему, кто такой? Так, Мондагека, отлично. Как говорится, прямо в пятерочку. Так, откройте колоду еще одну. Подожди, откройте колоду еще одну, говорю, вот. И смотрим, что у нас здесь. Так, что-то там такое похожее. А, нет, Леонардо фильм. Отлично, это меня радует. Так, ребята, посмотрим сейчас, знаете что, у нас по предметам. Я могу взять, в принципе, хотя не буду. Не буду, знаете почему? Потому что сегодня мы с вами кое-что сделаем. Смотрите-ка, ребята. Кого будем поднимать, а? Ксевера или Хана? Как вы думаете? Я считаю, что лучше мне поднять Хана. Хотя у Ксевера и уровень больше, как говорится, и он дамажит нехило. Но у Хана есть способность понижать атаку, насколько я помню, да? И скорость, по-моему, еще. Так, ну что же, давайте, наверное, ему, ребята, мы и поднимем. Если мы ему поднимем, мы сможем у Майки нанять? Ой, елки-палки, я хотел просто посмотреть, но мы его наняли. Так, ну что, ребят, тогда получается у нас первая у него способность — это ярость нунчаков. Майки прыгает к противнику, его нунчаки крутятся, как лопасти вертолета. Вероятность 10% улучшить уклонение на 30% в течение одного хода. Слушайте, неплохо. Так, а это что у нас такое? Пицца с острым соусом. Майки поливает острым соусом пиццу и предлагает союзникам, исцеляя союзников на 25% от максимума здоровья. Вероятность 20% снять негативные эффекты со всех союзников. Слушайте, тоже довольно недурно. И тут еще по черепашьи. Майки замечает свежее угощение, что придает ему сил. Вероятность 10% атаковать дважды, проводя основную атаку. И есть над чем задуматься, ребята. Слушайте, мы можем ему поднять уровень, да? И также поднять ему спецвозможность. Так, ярость нунчаков. Давайте, наверное, мы сделаем из него хила. Соберите больше. А чего нам не хватает? А, понял. А здесь? А здесь вроде бы всего хватает. Давай так сделаем. Чего? Да, 25 уровень нужен. Ладно, сделаем 25 уровень. Как пожелаете. Вот так-то лучше будет, да? Отлично. Так, а здесь нужно нам найти всего лишь две подзорные трубы. Сейчас мы это с вами, ребята, сделаем. Так, одна есть, плюс еще паукуса нашли. Это тоже очень хорошо. Так, давай далее. Так, нет, вот здесь, к сожалению, пока мы не нашли. Ладно, двигаемся далее. Ну, давай. Да елки-палки, что за дребудень-то? Давай здесь хотя бы. Ну, фартани. Удачи, где ты? Так, вот, а это не подзорная труба, ребята. Это фонарик. Просто было похоже на подзорную трубу. Так, ну что, давайте улучшать. Отлично, я что, еще могу сделать? Опачки, так конечно же еще будем делать. О, блин, куда, верните мне его. И тем не менее, ребята, он уже исцеляет на 35%. Не на 20, а уже на 35. И это хорошо. Так, а здесь что? А здесь, смотрите, ребята, если мы найдем еще один фонарик с вами, мы сможем ему прокачать нунчаки. Но почему-то мне кажется... Да нет, найдем, ребят, найдем в легкую причем. Тут у нас можно бесконечно. Лишь бы пиццы хватало, остальное ерунда. Да что такое-то? Где? Где фонарик? Эй! Братишки, фонарик мне, вот он. Вот он, ребят, фонарик. Так, и мы ему прокачиваем ярость нунчаков. Есть. Так, мы даже еще разок можем. Да ну нафиг. Че, еще? До четвертой ступени. С удовольствием, просто с великим удовольствием я это делаю. Ну вот, что ж, у нас, как говорится, Майки появился, укрепился. Да, я хочу отказаться, я уверен в этом. Ну, а теперь будем поднимать. Я думаю, что все-таки Хан или Ксевер.
Ой, ладно, была не была, ребята. Ругайтесь, не ругайтесь. Ну, я решил почему-то вот так вот. Хотя хотел Хана, если честно. Ладно, будет у нас Ксевер. Так, ну что, поздравляю его с 3 серебряными звездами. Мы будем дальше смотреть за его судьбой, будем его дальше прокачивать. Так, давайте-ка мы здесь обменяем с вами лишние карточки. Вот так, навыки. Почему-то меня все время обманывают, ребят. Показывают, что готовые были навыки, но их на самом деле нету. Что это за ерунда такая? Что это за подстава? Так, выполнили мы с вами 2 задания. Подняли уровень персонажа и сразились якобы в 3 боях. Так, пройти серию испытаний. Ну, это проще пареной репы. Хотя, не сказал бы, что проще пареной репы. Потому что, ребята, у меня уже пол моего коллектива лежит. Отдыхает, как говорится, на Приболотной. Поэтому надо быть здесь предельно аккуратным, осторожным. Хотя, знаете что? Даже пускай у меня здесь выживет только лишь один Рафик. А я больше чем уверен, что выживет еще и Лео. Мы все равно это дело с вами пройдем. Ого. Промахиваемся. Мы все равно это дело пройдем, ребята. И я сделаю сброс. Да, я сделаю сброс, чтобы в дальнейшем нам можно было спокойно проходить. Так, и кстати, что у нас? У нас сегодня, ребята, воскресенье, да? Значит, это последний день, когда мы можем что-то в турнире сделать. Но я вам скажу, слишком далеко, ребята, мне до Сёгуна ползти. И я боюсь, что мы его не получим. Вот на этой неделе мы его не сможем получить. А соответственно минус кристаллы, платиновые осколки. Ну и соответственно хренушки нам в ближайшее время. Какой платиновый герой. Но зато у нас, ребята, как видите, уже есть осколки, которые у нас копятся в додзе. Не забываем об этом. Поэтому, смотрите, видите, Крис упал. Вот почему я вам и сказал, что Лео и Рафик, они просто обязаны здесь выжить. Если... Подождите-ка, дайте-ка я в свои руки все это возьму дело. Блин, я хочу, чтобы Лео сделал вертушку. У него же, по-моему, нет отката еще. Тихо, выживи, главное, Лео, выживи. Ага, у нас даже и провокации нет, ребят. Представляете? У нас... Ай, тихо. Тихо, давай, делай свою вертушку. Последний вздох, как говорится. Хм... О-оу. Слушайте, я что-то, честно говоря, уже не уверен, что у меня... Хотя нет, все будет хорошо. Рафик выживет, ребят. Да, но Лео как-то у нас сегодня посанул, согласитесь, да? Что это он делает? Ого! Ого! Нифига он припечатал ребятуля, вы увидели? Так, что такое, блин, пониженная атака? А кто хилит их, я не пойму. Не-не-не-не-не. Блин, нифига, ребята, мы с вами... Не справились с этим заданием, к сожалению. Вот это да. Вот это, блин, да. Хорошо, я сделаю так. Собрать и сбросить. Так, мне дали Кирби мышь. Угу, отлично. И надеюсь, что на следующий бой у нас, ребята, там произойдет откатик и все нормально. Так, ну что, сразимся еще с вами в боях. Ну, сражаться мы, конечно же, не будем здесь. Мы будем с вами дальше продолжать искать героев. И, кстати, у нас здесь на подходе, знаете, кто? Так, ну, пиццелицей понятно. Сейчас, секунду. А кто же еще у меня тут был? Очень и очень близко. Неужели это пиццелицей? Нет, по-моему, еще кто-то должен быть. Хм. Так, ну что, ребята, пока... Блин, неужели это был действительно пиццелицей? Ладно. Давайте найдем, а мы, по-моему, уже искали, да? А нет, еще есть возможность его поискать. Так, одну ДНК нашли. Давайте две, две ДНК сейчас найдем, и я успокоюсь. И я говорю, успокоюсь, и буду очень добр. Е, отлично, спасибо вам большое. Удружили, как говорится, мне. Ну, а мы, ребят, забираем здесь реварды. И отправляемся сегодня бомбить турнир, потому что, ребята, время... Так, а у нас что еще? Слушайте, надо пробежать по-быстренькому тогда заработать мутаген. Я думаю, вы будете не против. Тем более здесь занимает это какие-то минуты. 5 минут, не более. Ну, а мутаген, он нам пригодится. Обязательно, потому что нам скоро придется апать. Апать того же самого пиццелицева.
Так, 300 мутагенов заработали. Погнали дальше. Так что, хотелось бы еще, конечно, ребята, найти недостающие части для прокачки наших скиллов. Вы же прекрасно знаете, что чем крепче и лучше у нас скилл, тем больше мы наносим, ребят, дамага. А дамаг нам очень скоро пригодится, потому что все-таки нужно уже допройти основную сюжетную линию. Хватит с ней тянуть, я имею в виду седьмую часть, на которой мы с вами зависли. Мы там не могли с вами одолеть последнего босса Кренга, супер Кренга, я бы так его назвал. Слушайте, а может быть сегодня мы и попробуем еще разок сделать такую небольшую вылазку, как говорится, проверить наши силы и узнать, сколько нам еще примерно с вами качаться, развиваться и куда делать уклон. На кого? В данный момент у меня, знаете, да? Лео, Раф, Рахзар, Зек. Ну вот насчет Зека я, конечно, не очень сильно уверен, потому что, ну, он на самом деле ватный. Он ватный в любом случае везде. Крис. Крис сейчас, честно говоря, тоже ватноватый. Не столько он нам хорошо помогает. Вот я смотрю, что черепашки сами по себе, вот герои, они очень крепкие. Ну, видимо, как основная сюжетка здесь, знаете, на них сделана, поэтому вот их, наверное, так и укрепили здесь. Они здесь, конечно, очень мощные. И именно вот эти вот, как бы, я не знаю, откуда они, классика, наверное, да, вот это вот получается. Вот именно они крепкие. Там уже... А нет, с комиксов, кстати, тоже довольно такие крепковатые черепашки. А вот эти вот космос, что-то как-то мне не особо зашли они. Но, как говорится, на любителя все это дело. Да к тому же у меня их не так уж и много, чтобы судить, классные они или не классные. Ну, в общем, вот эти вот черепашки мне нравятся. Так, ну что, с мутагеном мы с вами разобрались, все. Идем тогда с вами на турнир. Посмотрим, я, видите, на трехзвездочной лиге самураев. Так, и надо посмотреть, куда же... Меня, наверное, сбросили, как всегда, ребят. Так, 14-18, и, значит, можно любого выбирать. Я выбираю тогда вот эту шайку. Да, я выберу именно их. И знаете, как я сейчас в последнее время делаю, ребят? Делаю немножко по-хитрому. Ну, вы понимаете, да? Можно взять вот так вот, чисто пятерочку вот эту вот свою забабахать, и все. Нет, я сейчас делаю немножко по-другому. Я выбираю, предположим, так. Беру Рахзара. Это, конечно, чревато, потому что, может быть, кто-то упадет, может быть, не упадет, это неизвестно. И вот так вот делаю. Так, так, так. Почему? Сейчас поймете, ребят. Во-первых, мне нужно слабых героев своих, как говорится, реализовывать. Так, так. Если я возьму компанию из одних слабеньких персонажей, они их разберут. Вот эти вот гаврики их разберут. Почему я и беру одного сильного? Тем более Рахзар. А Рахзар имеет провокацию. То есть, соответственно, он будет брать весь удар на себя. А эти уже идут как вспомогаловка. Тем более, смотрите, Шреддер — массовый удар. Тигр — массовый, как говорится, он снимает защиту со всех. Ну, если, естественно, прокатит. Плюс у нас Майки, который с нас может снять весь негатив. Плюс массовая атака. И Бибоп, который стреляет лазером. Ну что же, давайте посмотрим, как у меня здесь получится. Если мы пройдем с вами без потерь, то это очень хорошо. Обычно по стандарту у меня хотя бы один персонаж, но почему-то падает, вот как назло. Вот здесь вот можно, знаете, кого убрать. Я думаю, что надо убрать... Да, нейтрализатора. Знаете почему? Потому что он может воспользоваться своим гранатометом. А гранатомет у него, как вы знаете, массовая атака. И он может кого-нибудь нечаянно положить. Но здесь, как видим, все хорошо. Соответственно, мы за всех персонажей, за своих вот этих, которые у нас остались в живых, мы получаем с вами в полном объеме мутаген и в полном объеме очки. Поэтому продвигаемся по максималочке. 58-я, ну что-то как-то слабо, ребят. Слабо очень, блин. Ну ладно. Так, выбираем дальше. У нас здесь 15-19 есть, да? Поехали вот сюда. Так, 49-й, 40-й, о, и 50-й уровень, видите, да? Поэтому здесь смотрим, ребята, сколько массовых атакующих здесь. Вот здесь есть Майк, который может массово атаковать. Рафик сам по себе очень круто дамажит, если он будет выпускать свои саи. Так, ну, Майк этот не особо хорош. Вот Хан, он, да, может понизить нам скорость.
Так, ну что ж, тогда давайте выбирать следующим образом. Я здесь возьму... Голова, наверное, не справится, железная, в одно лицо. Поэтому придется мне взять, скорее всего, две карточки. Я здесь возьму Криса, железную голову. Так, Криса не надо брать здесь. Надо брать Лео. Хотя и Лео тоже здесь не надо. Лео и сам, по идее, должен справиться. Вот так мы сейчас с вами сделаем. Так, и возьмем Бакстера, Эйприл и Паукуса. Вот, думаю, такой командой мы должны справиться. Во-первых, почему? Бакстер у нас массовая атака, так? Массовая. Плюс Зек. Вот смотрите, что сейчас будет делать Зек. Он снижает им, естественно, скорость. Все. Как бы у нас есть небольшое преимущество, но... Хан лезет. Лезет Хан здесь. Так, кого нам нужно в первую очередь здесь подбить? Естественно, Микеланджело. Рафа тоже, по идее, нужно бомбануть. Как можно быстрее. Оу, вот этого я боялся, да. Видите, Майк снял все, что мы повесили на них. И, соответственно, нам нужно с Хана тоже снимать его на усиленную атаку. Так, будем бомбить. Да, будем бомбить. Есть, Майк упал, ребята. И делаем, пожалуй, вот так вот с вами. Массовую атаку от Бакстера. Тихо, тихо, тихо. В принципе, ребята, есть все шансы у нас остаться, чтобы все остались живых. Если мы сейчас Рафика с вами пробьем, а мы его должны пробить. Вот единственное, что я рискую. Что лучше, подхилиться? Нет, будем атаковать, ребята. Есть! И я не прогадал. Все, как видите, все отлично у нас здесь прошло. Все герои у нас целенькие остались. Соответственно, мы опять же получаем здесь все по максимуму. И куда мы сейчас приземлимся? На 45-ю, да? О, на 39-ю позицию. Слушайте, ребята, есть шанс до понедельника нам, наверное, все-таки в Сёгуны выйти. О чем я только и мечтаю, в принципе. Так, ну что, давайте смотреть здесь. У нас есть 15-19, вот эта вот компания. Здесь уже 51 уровень мы смотрим, да. Также есть нейтрализатор 50 уровня. В общем, здесь мы делаем с вами следующим образом. Я беру Лео. Подожди секунду. Ладно, так... Вот этих возьмем, а кого же мне еще-то? А, ну давайте Бакстера, хотя Бакстер здесь, ребята, может продуть. И смысл, у меня остается всего лишь два персонажа. Ну ладно. Риск, как говорится, благородное дело. Попробуем. Я хоть всех там взял? По-моему, всех. Да, отлично, ребята. Для чего я взял здесь Лео? Если мы сейчас будем, блин. Вот для этого я и взял. Вот именно для этого, ребята, удара. Во, хорошо. Соответственно, дальше идет у нас Карайка. Так, секунду. Блин, лишь бы не прогадать. Лишь бы не прогадать. И я не прогадал, ребят. Я не прогадал, потому что... Ну... больно. Так, кого он сейчас... Оу, нет, нет, нет. Ну, ребята, мы-то выжили. Ха-ха, мы выжили. И мы ответку ему отдали. Все отлично, ребята, хорошо получилось. Видимо, у него не прокачанный был скилл гранатомета, поэтому у нас выжили наши ребятули. И мы с вами опять же все получаем по максималке и продвигаемся с вами дальше. До 20-й, давайте 20-ю в ней. Во, 21-я позиция, отлично, это хорошо. Ну что, у нас с вами осталось всего лишь парочка персонажей. Выбираем с вами вот эту вот команду. Ого. Ой, опасно, знаете почему, ребят? Потому что здесь есть Бакстер 51 уровня. Я, наверное, предпочитаю взять вот эту вот бригаду. Да, пускай у нас здесь будет поменьше опыта, поменьше бонус, но здесь нет массовых атак. Нет, есть, конечно, но я сомневаюсь, что он ее успеет сделать. В общем, ребят, я беру вот эту вот команду. И делаем мы с вами следующим образом. Так как мне придется брать самых-самых слабеньких своих героев, вот этих вот 40-х уровней, мне придется брать, если до Рафа дойдет очередь, в первую очередь, мы будем делать провокацию. Так, здесь, я думаю, нужно сделать защиту.
Так, хорошо, бомбит. Начинает бомбить, ребята. И почему-то он начинает первым ходить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, вот что. Я беру провокацию, ребята, на Рафа. У меня хила нету. Нету никакого хиллера у меня, к сожалению. Так. Давай вот так вот бомбанем. Да, что-то как-то кисловато получилось. Ладно, будем надеяться, что выживем. Так, уничтожаем с вами. Кого бы тут, наверное. Давай-ка вот этих вот. У них тоже, ребята, массовая атака есть, когда они объединяются в луч. Так, теперь в ладошки хлопнем. Точнее, в пол. Вот так вот. Ну, дай ответку, да что ж ты, Раф, делаешь-то? Отлично, муху хотя бы подбили. Так, теперь вот этого нужно обязательно уничтожить, ребят, нам. Жду приказа. Так, давай. Опс, отлично, хорошо. Все, ребята, в принципе, победа за нами. Причем, я вам скажу, очень даже идеальная. По-моему, у нас Микеланджело здесь не может ничего делать, да? Нет у него какой-то там суператаки. Да, нету. И все. На 100%, ребята, сыграна была у нас с минимальным количеством потерь. Вообще практически не было никаких потерь. Сыграна была у нас аренка сегодня. Ну, и на какое место я падаю? На 12-е, ребята. А это еще 5 карточек, 5 откатов. Это, соответственно, я сейчас беру всю свою самую крупную пачку. Жалко, конечно, нет у меня героев здесь. Каких-нибудь там 15-19 или 16-20. Но придется с этими драться, придется. Так, и выберем мы... Да я даже не знаю. Любого тут можно выбирать. Все равно мы всех здесь закромсаем. Вот, ребята, и я надеюсь, что сейчас, если я здесь побежду, смогу победить, то мы с вами попадем в Лигу Сёгунов. Где-то 90-е места, 95-е, может быть. Но это же главное, чтобы дошли, ребята. Там попробуем удержаться. И, соответственно, к концу завтрашнего дня получить наш достойный подарочек, реворд. Вот и все. Шикарно. Смотрим, ребят, куда мы с вами сейчас приземлимся. Так, ну-ка. Да, как я вам и говорил, 97 место, Сёгун, одна звезда. В принципе, если мы здесь с вами удержимся, сколько там у нас, 8 часов, по-моему, откат до следующего боя, да, если не ошибаюсь. Можно это все, ребят, конечно, посмотреть. Да, 7 часов. То есть, вот эти вот персонажи у меня по 7 часов откатываются, эти по 5. Ну, грубо говоря, все равно, вот через 7 часов можно смело заходить в игру. Вся вот эта бригада у меня опять откатится. И, соответственно, сделать такой же маневр, который я вам показывал. То есть, это еще где-то 5-6 побед. И стопудово мы с вами закрепимся в Лиге Сёгунов и получим наш замечательный реворд. Так, ну что, теперь давайте, наверное, мы с вами попробуем все-таки пойти на основной сюжетный, на основную сюжетную линию и посмотреть... Сможем ли мы с вами забомбить босса Кренга, супер Кренга. Так, ну что, поехали. Где у нас, я уже забыл так. Ага, вот сюжет. А вот у нас глава 7. Вот у нас этот Кренг довольный сидит здесь. Вот я трачу, ребята, пиццу. Беру, естественно, своих ребят. И вперед. Еще раз повторюсь, здесь очень-очень сильный враг. 74 уровень, босс сам 76. Очень сложно будет, но мы постараемся. 3 волны всего лишь, это очень хорошо, ребят, что 3 волны. Так, ну что, я вот не знаю, ну давайте тратить, хорошо. Будем тратить, надеюсь, что к концу у нас... Ну вот смотрите, вот о чем я вам и говорил, ребят. Ну, ватный зэк, хоть ты что с ним делай. Пробили, уже пол здоровья у него нету. И тут и Рокзар у нас какой-то... мягкотелый. Так, ну что, здесь я, ребята... Блин, провокацию взял, да, гаденыш? Здесь я, наверное, придержу хил от Лео. Думаю, все уже догадались, зачем я это буду делать, потому что долгий у нас здесь путь.
И нам нужно будет подхиляться. Ну, если, естественно, сейчас будет очень мало здоровья у кого-то, нам придется, ребята, естественно, захиливаться. Хотя мы вроде бы неплохо пробиваем их. Очень даже неплохо, я вам скажу. Так, все равно, блин, вот бомбит по зэку, и все здесь. Ладно, его мы сейчас распечатаем. Осталось тут совсем немножко. И переходим с вами ко второй волне. Так, что у нас тут на второй волне? Ага, опять те же самые, ребята, дроны. Фу-фу-фу-фу, что же нам сделать-то лучше? Они же, по-моему, бомбят, тут у них и шокеры есть. Ладно, давай пробивать. Не пробили почему-то. Почему-то не пробили. Так, ладно, уничтожим тогда его. Вот-вот-вот, стреляйте лучше мне в моего Рафаэля, потому что он, по крайней мере, выдержит это все дело. Так, что? Массовая атака была. Ну, елки-то палки, не смог. Ну что же, ребята, мне придется хиляться. Здоровья уже маловато. И сделаем защиту еще. Да, это будет лучше всего. Так, что он там делает? Тоже, да? А, он скорость повышает. Он повышает, ребята, скорость себе. Этого мы сейчас... Нет. Этого мы добьем кем-нибудь полегче. Давай-ка... Вот, вот этого с вами бомбанем. Ага, хорошо. Единственное, что вот в этой команде у меня нет ни одного... нет, вообще-то есть. У меня есть Леонардо и Зэк, у которых есть массовая атака. Но у Зэка даже это не атака, ребята, как вам сказать. Так, просто небольшая помощь. Он просто бросает свою бомбочку, которая понижает скорость атаки. Так, ребят, секунду. Сейчас, так, упал, отлично. Давай-ка вот этого уроним сейчас по-быстренькому с вами. И, в принципе, будет уже босс у нас. Все, ребята, у нас босс, мы идем с вами с защитой от Криса. Плюс у нас практически все суперудары остались. Ну, враг крепкий. Враг крепкий, будем, ребята, как-то с ним. Так, ну что, давай, наверное, блин, у нас что с ней, вертушка или вот этот удар? Давай так сделаем. Опс, ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай-ка мы вот так вот повесим. Контрудар. На всех? Ай, не на всех. Зэка как... Я не знаю, как кого снесло. Оу, оу, давай все, бомбите, бомбите его. Так, блин. Получи, гаденыш, в лицо. Ну, вертушку теперь сделаем. Посмотрим, сколько вертушка отнимет, ребята, у него. Ну, неплохо, неплохо. Пробивающий от Криса есть. Так, сейчас будет жарить. Ой, жарит, ребята. И Раф у меня упал. И Рокзар упал. Да ты чё, ты не припухли три раза-то подряд? Эй! Дурила? Ну, пробьешь, Крис. Да блин, ну как так-то? Ну... И он почему-то убивает именно... Он убивает их всех. А-а-а. Да, ребята, как-то... Как-то хреново получилось. Слушайте, я еще раз попробую. Я еще раз попробую. Вот чувствую я, что мы можем его одолеть. Я все-таки попробую, ребят. С вашего, как говорится, позволения, я все-таки рискну еще разок его побить. Я знаю, что мы его должны сегодня уничтожить. Просто в хлам, разбомбить его. Так, давай вот так вот сделаем. Так, хорошо. Он слишком, да, жестко бомбит в плане того, что... Давай вертушку сделаем, чтобы не мучиться. В плане того, что... Когда он делает вот этот свой удар лазером, он уничтожает практически персонажа сразу же. То есть вы видели, да? Он даже Рафика просто не пощадил, снес его к ядрене фени. Про Зэка я вообще молчу, как он там упал-то. Надо было видеть, ребят. Просто вата какая-то. Он просто сшибанул по нему, и тот сразу развалился. Что-то у нас как-то фигово сейчас идет. Намного хуже, чем в первый раз мы с вами шли. Я вот смотрю, просто здоровье, как у нас тут поотнимали. Ну, ладно, хорошо. Давайте-ка вот с этим я сейчас быстренько разберемся. Как-нибудь очень быстренько, я так сказал. Так, вертушка у меня в откате. Давай простыми ударами забомбим. Если что, ребят, с вами мы подхиляемся. Я еще успею, наверное,
сделать Крисом защиту. Надеюсь, успею. Так. Давай-ка вот этих вот дронов уничтожать. Они у нас массовые стрелки. А нет, они вот так вот делают. Ладно. Слушайте, наверное... Нет, давай еще раз ударим. Потом уже будем хиляться, если что. Вот смотрите, ребята, сейчас можно сделать как? Можно поставить защиту, чтобы прийти уже к боссу под защитой. Так. Плюс... Ай, надо было, знаете, что сделать? Ладно, фиксим. Надо было усилить атаку за счет Рафа. Так, вот здесь нам придется, ребят, подхилиться, чтобы у нас и здоровье, как говорится, было по максималке. Здесь мы с вами сделаем вот так вот контр. И сейчас мы этого с вами просто зашибем. Давай, так. Ну, атакуй. Молодец. Все, ребят, мы, смотрите, мы приходим к боссу практически полностью укомплектованный. У нас с вами контрудар, у нас с вами стоит защита. То есть сейчас должно быть все вообще изумительно получиться. Надеюсь, у нас ничего не откатилось. Нет, не откатилось, поэтому, ребята, все у нас хорошо. Делаем с вами... Давай вот так вот когти пустим. Есть! Постепенку повесили, отлично! Так, теперь, ребят, я не знаю, провокацию. Давайте сделаем провокацию. Он будет атаковать, Раф должен выстоять, ребята. Раф должен выстоять первый удар. Опс, отлично, хорошо. Проникающий от Криса. Не понял, а промазал он, что ли? Что такое случилось, не понял. Так, ладно, хорошо, будешь атаковать? Отлично, Рафик, ты молодец. Что он там делает? А, его постепенно колбасит, потихоньку. Ну, все атакуйте, все, ребята, ну. Есть, Крис. А, у нас Рокзар еще и Крис. Вот, ребята. О чем я вам и говорил, что мы сегодня его сделаем. И мы сделали. Ну, зэк, как всегда, у нас упал. Ватный наш челдобречик. А вот ты где. Ты знаешь, как долго мы пытались тебя найти. Раф, это и вправду ты? Ну, наконец-то. Я рад тебя снова видеть, Лео. Ребята, вы здесь, Дон. Я так по тебе скучала. По всем вам. Привет, Эйприл, Кейси и Нейтрализатор. Как дела, черепахи? Ты по мне скучал, Лео? Я по тебе скучал, старший брат. Я даже не знаю, что сказать. Да не надо ничего говорить, дружище. Хорошо, что мы снова вместе. Да, ребята, объединились наши черепашки опять в одну семью. Я нас поздравляю. Глава у нас пройдена, как вы видите. Герой в полупанзере. И нам достается колода эпическая. Давайте скорее посмотрим, что же нам здесь выпадет. Так, нам выпадает мутаген, радарные маяки, 200 пиццы, ничего себе, 18 почти тысяч сюриков, ребята. И Кирби-мышь поднять ранг, открыть сложный режим. Вот, ребята, сложный режим. Давайте хотя бы краем глаза глянем, что там у нас. С какого уровня монстр начинается? 72 уровень, ребят. 72. Я думаю, что мы сейчас можем здесь себе позволить пройти вот этот вот уровень, да? Первый. Попробуем. Так, у нас здесь кто будет разыгрываться? У нас будет здесь разыгрываться Бакстер. И... Подожди, Бакстер точно? Нет, Бакстер... Погоди секунду. Сейчас соображу. Ну да, по-моему, же карточка Бакстера. И, соответственно, вот эти вот всякие плюшки. Ладно, давайте попробуем, ребят, одолеть первого этого босса на сложном режиме. Так, сколько там волн? Я уже что-то просмотрел тут на радостях. Ой-ой-ой, ой. Как они начали-то лихо, ребят. Да какой я хотел бомбу кинуть. Ну, понятно. Вы, наверное, поняли, ребят, да, что наш ватный... Давай-ка вот так вот сделаем. Ой, блин. Да что ж такое-то, надо было подлечиться. А хотя вот так вот сделаем. Сделаем вот так вот. Босс Бакстер, да? Или кто же там все-таки у нас будет? Самый страшный и злейший враг. Ну, отлично. Так, ага, три волны. Вот мы с вами на второй. И здесь, смотрите, одни ниндзи у нас. Почему у нас тут так много ниндзи? 72 уровня. Оу, с удара, ребят, снес. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Йо-хоу, тыч. Не добили. Так, ну давай просто бомбанем, да и все. И вот так вот сделаем. Хопа.
Ой, упадет. Упал, к сожалению, ребят. Он упал. Ладно, что ж поделаешь. Как-то у Рокзара всего на один ход, что ли, защита у него действует. Провокации, я имею в виду, да? Слабовато, слабовато. И вот у нас... Ага, ребят, смотрите-ка, у нас здесь почему-то Рокстеди. Хм. А при чем здесь тогда Баксер? Баксер, это значит, получается, ребята, у нас карточка будет от него. Так, давай пробьем. Не пробили, ни шиша. Опа, Раф, молодец, подключился. Так, ну, ага, понятно. Понизили нам еще, ребята, защиту, как назло. Как назло, ну ладно, я сделаю тогда провокацию. Посмотрим, что они по этому поводу скажут. Опс, да посмотри, какой Рокстеди крепкий, а. Ну правильно, 74 уровень, чего вы хотите. Ха-ха, не все так просто. Ладно, давай вот, наверное, добьем. Есть. Ну и тут остались у нас мышки и ниндзя фуд. Сейчас мы сделаем с вами это дело. Так, секунду. Ну, поехали. Тресь. Ага, кричит там горлопан. Опять нам защиту понизили. Ну, это фигня все, ребят. Все равно мы здесь уже победили с вами. Вот так вот. Мы молодцы. Что я вам могу еще на это ответить? Конечно, плохо, что мы идем с вами всего лишь на 2 звезды. Пофармить потом у нас не получится этот уровень. Но, ребят, у нас еще куча времени впереди. Да, вот здесь у нас будет разыгрываться карайка. Так, а какие здесь интересные уровни? 73-й, 75-й. Но уже посложнее, конечно, будет. Ну, что же, ребята. Ах, Кирби, поднять ранг, елки-палки. Ну, давай поднимем. Чё ж тут. Да, он получает у нас 3 звезды, ребята. Золотые. Так. Ну, хоть он мне не особо нужен, но... И на этом, как говорится, спасибо. Хоть что-то нам дали. Так, и все, наверное, да? Хотя нет, ребята, у нас с вами очень много пиццы, но очень мало, к сожалению. А мы можем купить, да-да, мы можем купить с вами 100 штучек. Это очень хорошо, и мы с вами продолжаем тратить нашу пиццу, которую только что получили, в огромном просто-напросто количестве. И я думаю, что это надо вот сюда. Нам будем... Будем искать мутагеноида. Так. Поехали, одна карточка есть. Давай еще, тут, правда, всего лишь 3 попытки. Ну и что? Так, вторую нашли. Давай третью. Тут, к сожалению, не выгорело. Поехали дальше. Так, смотрим, смотрим, ребята. Присматриваемся, кого у нас тут. Можно. Можно Крипа попробовать поискать. А почему бы и нет? Все равно, рано или поздно, нам придется, ребята, всех прокачивать. Всех героев. А тут мы с вами и ищем ДНК. Заодно получаем мутаген. При этом мы еще находим карточки на них. Нам дают опыт. В общем, все, что нам и нужно, как говорится. Так, смотрим здесь. Слушайте, Макмана можно, да? Но я думаю, что лучше Саблезуба. Ох, чувствую, у нас настанет такая серия, когда у нас там 5 или 6 персонажей будут просто готовы к нам рвануть в компанию. Так, секундочку. А мы здесь с вами по испытаниям что? Так, секунду, ребят. Так, бой. Нет, не арена мне нужна, мне нужно испытание. А, все, все. Ребят, я здесь, кстати, прошел 2 испытания и получил 2 карточки. 2 здесь и 2 еще на поиске. Кстати, можно попробовать даже сейчас А, нет, не здесь, вот здесь вот. Найти еще 2 карточки, если у нас, конечно, это получится. Но нет, нам дают всякую ерунду, фишки. Я даже не против буду, если нам выпадет тигр. Вот тут можно тигра еще, видите. Тоже не помешало бы, в принципе. Так, нам дают 4 осколка, ладно, хорошо. Ищем, ребята, дальше. Опять 15, почему-то не 30, а 15 нам дают. Да елки-палки, фигурка кошки, зачем мне это все? Вы дайте мне нормальный... Во, Усаги. Отлично, ребят, это уже хорошо. Ну давайте тигра еще, а, пожалуйста. Нет, не дают. Не дают жулики мне тигра, ребята. Ну, что там, сыр-то еще не кончился. Все, последняя попытка, ребята.
И сыр у нас закончился. Ну, дали нам Бакстера. Хорошо, фиг с ним. Бакстер тоже нам не помешает. Так, ну что, продолжаем, ребят, с вами искать. Список открываем и поехали. Так, кого бы нам еще найти? Острозуба, кстати, можно найти. Хотя, вот, честно говоря, что Острозуб, что Саблезуб, они мне не особо нравятся как персонажи. Они как провокаторы фиговые. У меня вот Раф, я считаю, самый лучший провокатор. Потому что мало того, что он хорошо держит удар, так он еще и контрит. Эти же не контрят, у них нет контрудара. Так, ну что, кого еще-то? Кого еще-то можно нам найти? Это Кейси. Ну да, дальше уже. Блин, тут смотрите, Рокстеди. Три карточки, и мы сможем его пропать. А может быть действительно, ребят, давайте-ка мы с вами сделаем кое-что. Зайдем в бой, зайдем в приключения и крутанем три раза нашу вот эту вот рулетку. А вдруг нам что-нибудь хорошее выпадет. И... ну, давай-давай-давай, остановись. Е, три. Это максимально, ребята. Поехали дальше. Остановочка. И кто нам здесь? Бибоп, что ли? Нет? Лео. Ну ладно, Лео. Плохо, конечно, что когда выпадает тебе одно ДНК, как бы оно не окупается, ребят. То есть ты тратишь на это порталы, они тоже стоят, как говорится, доллары. Две карточки Майка. Ладно. Можно просто, ребята, глянуть примерно чего и как, и что и почему. Ну, Микеланджело, конечно, тут очень много надо искать. Так, у нас, смотрите, Лео на подходе, ребята, получить третью серебряную звезду. Ага, смотрите-ка, у нас здесь Джастин есть, который, кстати, очень скоро получит повышение. Я про него почему-то и забыл. Вот его-то я как раз хотел, по-моему, ребят, искать-то. Да-да-да. Отлично. Давайте еще... а, все. Закончился у меня, к сожалению, сыр. А если бы мы его еще здесь бы нашли, хотя бы две карточки, да, получилось бы что у нас? Сейчас мы посмотрим с вами, что бы у нас вышло, если бы мы нашли на него две карточки. Это было бы 74, то есть еще 6 карточек, ребята, и он получает у нас... он получает повышение 3 золотые звезды. Слушайте, я считаю, что это неплохо. Да, это очень даже хорошо. Ну что, дорогие мои друзья, на этом, пожалуй, мы с вами и будем заканчивать эту серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Сегодня мы сделали много дел, прошли сюжетку практически всю. У нас там остались только сложные режимы на повторе. Ну, а мы дальше будем с вами играть, качаться, развиваться, наслаждаться игрой. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.